африканська чума вже на Миколаївщині. Були зафіксовані випадки зараження свиней. Що з цього приводу думають наші респонденти? Ми не їдимо свинину. А чому? Тому що знаємо, що вона не така полезна. Недаром всі восточні народи її не їдять. Ми їдимо більше індюшатину, предпочтення, і курятину. Не зараз. А чому не зараз? Ну, вже ж карантини ці всякі. Ну, лучше я і собі, і, як говориться, дітям не даю, поки повременіть з цим ділом. Слышали, зараз там африканська чума у свиней. Як думаєте, можна взагалі м'ясо свиное їсти? Та ви що? Это ж смерти подобно. Нет, не слышала. Как вам сказать? Ну, это не основной мой продукт питания, но достаточно. А слышали, что сейчас вот свиньи болеют, да, по всему миру? Да. Мы сейчас не употребляем. Думаете, это опасно для людей? Конечно. Я думаю, да. Ну, кушаю как часто. Что а слышали, что сейчас вот свиньи болеют по всему миру? Не, новости не смотрю. Некогда. Скажите, часто кушаете свинину? Да. А слышали, сейчас по всему миру свиньи болеют? И чё? Что, не... теперь не есть мясо? Как думаете, опасно вообще-то для людей? Ну, я думаю, да. Если это действительно свиньи болеют. Не провокация. Да, новое ДС я видел. Ну, как думаете, опасно это для людей? Ну, наверное, да, все-таки. Если есть болезнь какая-то, знаешь, не просто так берется. Ну, а вы как, будете продолжать кушать? Не знаю, наверное, нет. Да, были в Доманевке были и проезжали через Новую Одессу. Стоят блокпосты и проверяют автомобили. Большие, маленькие. А как думаете, вообще это опасно для людей? Ну, без понятия. А мне не нравится свинина. Больше говядина. Я все время говядину или курятину покупаю. А сейчас тем более. А почему? Опасно. Ну, чумаш сибирская. Ну, я как бы покупаю в супермаркете. Надеюсь, что там хоть проверяют. А что не опасно? Машина едет, уже опасно. Не, ну серьезно. А чем тогда питаться? У нас сейчас денег нет вообще. На мясо, если на то пошло. Мы только рыбу покупаем сейчас. Свинину? Нет, не покупаю. А почему? Ну, говорят, чума. Тим часом фахівці стверджують, що боятись вживати свинину не варто. Ця хвороба небезпечна тільки для поросят, і на людей вона не розповсюджується.